Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 29-м уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. В этом уроке я хочу вам показать, как легко и быстро импортировать шаблон, например, который вы создали, или же импортировать шаблон, например, который вы подгрузили от сайта разработчика. Значит, шаблон загрузить на другой сайт, сделанный на Joomla, то есть на другой, например, домен. И покажу сейчас, как это делается. Импортировать буду сайт, вот этот вот, который мы с вами делали, на абсолютно другой сайт. Вот сейчас выглядит он так. Здесь ничего нет. Обычно здесь стоит шаблон, болванка по умолчанию. И, соответственно, на этом сайте также установлен Gridbox. Переходим в админку Joomla, заходим в компоненты Gridbox. Захожу в тему. Вот эта тема, которую я редактировал, на которой мы с вами создавали сайт о еде. Я назвал его «Еда». Вы видите, вот он здесь называется «Еда». Что мы делаем? Мы заходим на страницу Pages, ставим вот здесь вот галочку. То есть, если мы хотим импортировать все страницы целиком, то ставим здесь галочку, чтобы они были все выделены. И нажимаем на кнопку вот здесь вот Export. Галочки уже у нас зажаты, Pages и тема. И если нужен менеджер меню, ставим галочку здесь. И нажимаем Apply. Открывается окно. Нам предлагают скачать файл на компьютер. То есть наш шаблон. Он автоматически задается как Gridbox в формате XML. Нажимаем сохранить. Файл сохранен на компьютер. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Переходим на другой абсолютно сайт. Захожу в компоненты Gridbox. Захожу в темы. Обратите внимание, сейчас вот здесь мы видим два меню: контакты, лендинг 1. И присвоена тема обычная болванка Gridbox. По умолчанию вот здесь это видно. Заходим в темы. Здесь одна тема, вы это видите. Нажимаем Upload тема. Здесь вы видите шаблоны по умолчанию от разработчика. И вот здесь есть кнопка Import. И нажимаем на кнопку Выбрать файл. Или же просто я могу вот так его перенести с рабочего стола данный шаблон. И нажимаю Upload. Все. Вы видите, сообщение говорит, что у нас все подгрузилось. И вы видите, здесь появляется шаблон с названием «Еда». Вы это видите. Переходим в Pages. И вам нужно для всех страниц, вот, кстати, страницы подгрузились, вот здесь это видно, тема «Еда», «Еда», это вот как раз эти страницы. Например, если вы для этих же страниц, которые у вас уже существовали, вы можете с легкостью зайти в настройки и вот здесь выбрать, вот видите, «Еда». То есть назначить этот шаблон для тех пунктов меню, которые здесь у вас уже были. Идем на главную страницу, обновляем сайт, и у нас практически все перенеслось. То есть вы видите, все, что мы делали, все находится здесь. Здесь нет только картинок, да? Вместо картинок мы видим вот такие значки. Это говорит о том, что картинка есть, но путь для нее написан неправильно. То есть здесь нужно просто вам будет зайти в каждый блок и подгрузить картиночку заново. Возможно, здесь есть какой-то другой способ, чтобы шаблон сразу встал по умолчанию. Просто я больше это не тестировал, не смотрел. Потому что сам принцип вот этого переноса шаблона мне не особо интересен, но вот есть вот такая фишка. Так что если вы уже вдруг разобрались и вы знаете какой-то другой способ, как перенести шаблон сразу, чтобы он встал без каких-то правок, то напишите об этом в комментариях. Буду вам признателен. На этом урок вот такой вот простенький, коротенький закончен. Если для вас он был полезен, ставьте, пожалуйста, палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании этого видео. Делитесь данным видео с друзьями и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью.
лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.